интеркультура возникла при поддержке государства, при мощной поддержке Министерства образования, тогда еще Советского Союза. Потом и Министерство образования Российской Федерации на всей протяжении истории интеркультуры оказывало поддержку. В организацию включена деятельность очень многих школ в разных регионах России. Мы их с гордостью зовем, это АФС-школы наши, которые не один год и принимают иностранных школьников, и отправляют своих ребят в различные страны мира. АФС-школы – это не только место, где принимают иностранных школьников, но это то место, в котором российские школьники познают мир. Богатый опыт для детей – это очень хороший мотив для школы и для учителей несколько по-иному выстраивать образовательный процесс. Тот диалог культур, тот мост между странами, то поликультурное образование, о котором сейчас все говорят, наверное, вот через эту программу, через программу АФС, оно реализуется в полной мере. Это сложно, конечно, но это необыкновенно здорово, что мы даем шанс нашим ребятам целой школе, целый год прожить рядом с представителями другой культуры, другого государства, попытаться понять их, включить в свою работу. АФС дает возможность международной деятельности. Учитель получает бесценный опыт общения с иностранными школьниками. Учитель получает бесценный опыт, потому что он общается со своими коллегами из других школ, является участником разных семинаров. Эти семинары по межкультурному обучению, по обучению иностранных школьников русскому языку. У нас существуют так называемые школьные обмены. Наши школы имеют возможность получить в друзья школу-партнера из другой страны. Если вы хотите, чтобы ваши дети были более адаптированы, чтобы они умели ладить действительно с людьми, которые абсолютно другой культуры, то это будет очень хороший опыт. Мы делаем это не для кого-то, мы делаем это не за деньги, мы делаем это для того, чтобы наши дети получали полноценное, интересное, поликультурное образование. И в этом АФС очень хорошо помогает. На мой взгляд, чем больше регионов российских, чем больше школ, тем больше семей наших, чем больше наших старшеклассников окажутся втянутыми в программы интеркультуры, в программы АФС, тем больше мы, наверное, можем быть спокойны за будущий мир в глобальном смысле этого слова.